И мы вновь возвращаемся к главной теме. В Минске, в Дворце независимости, вот-вот должна начаться встреча нормандской четверки. Последним из представителей нормандской четверки прибыл президент России Владимир Путин. И буквально несколько секунд тому назад мы получили видео. На нем мы можем увидеть, как президент России вот-вот прибудет во Дворец независимости. Его встречает белорусский лидер Александр Лукашенко. Я предлагаю посмотреть сейчас эту встречу. Таким образом, уже все главы государств нормандской четверки в Минске, и мы будем надеяться, что встреча в ближайшие минуты начнется.